У себя дома в Республике Татарстан Карим Хасанов является одним из самых перспективных юниоров-одиночников. Во всяком случае, в прошлом сезоне этот спортсмен неоднократно занимал призовые места и даже выигрывал региональные соревнования. В нынешнем сезоне это его первый этап. Всероссийские соревнования «Волжский пируэт» открывают Карима Хасанова. С претензией на очень сильное исполнение короткой программы, но, к сожалению, не удалось продемонстрировать Кариму Хасанову максимум от собственных умений, хотя это было заметно, очень хотелось. Вот очень важно, особенно в юном возрасте, соблюсти баланс между готовностью, желанием и возможностями спортсмена. И сейчас речь не только о фигурном катании. Иногда хочется выплеснуть, показать всего себя, показать все то, чему ты долгие месяцы учился на тренировках, и когда, казалось, ты выходишь на соревнования, и форма звенит. Но вот порой желания бывает перехлестывают, и тогда получается далеко не все из задуманного и даже готового, казалось бы. Ну, смотрите, Аксель 2,5 оборота очень уверенно, но стартовое падение с сильно недокрученного тройного Ридбергера, плюс к этому каскад, не самый сложный, но в то же время не лучшим образом исполненный, всего лишь тройной сальхо, двойной тулуп, и тоже так вот корявенько, и как следствие все очарование от программы разрушается. Ну, точнее, не все, конечно, но есть какие-то краеугольные опорные точки, без которых сложно обойтись при восприятии выступления. Кариму Хасанову не унывать. Пожелаю ему быстренько прийти в себя и уже в произвольной программе показать, чему он научился за это время. В конце концов, у себя дома на соревнованиях внутри республики он один из самых сильных, один из самых перспективных спортсменов. И в прошлом сезоне показывал, что может набирать солидные баллы. Сегодня не получилось, да, чуть сложнее. В солидной компании с
очень серьезными конкурентами, но и тем не менее нужно пробовать, нужно учиться. В конце концов, юниорские соревнования, они для того и существуют, для учебы. Если кто-то сказал, что главные старты на юниорском уровне, я чемпион чемпионов, это может случиться только из-за того, что нет удовлетворенности взрослой карьерой. Так, конечно, не случайно. И регламент предписывает изменения каждый год прыжка обязательного в короткой программе. Это делается для того, чтобы спортсмены в юном возрасте разучивали все без исключения прыжки. И действительно, первый раз для первого раза неплохо. Я считаю, что Карим справился с задачей запомниться. Теперь осталось нанизать на вот эти эмоции еще и филигранную технику. Оценки невысокие, но посыпать голову пеплом бесперспективно.